Информбюро в эфире. Продолжаем выпуск. Мошенники наживаются на пандемии. Аферисты быстро сориентировались и активно предлагают в сети самые востребованные медицинские товары и оборудование. Так, в Кустанае семья отдала аферистам за кислородный концентратор почти 500 000 тенге. Нина Шапо с подробностями. В большой семье Назгульши Ахметовой о коронавирусе знают не понаслышке. С болезнью столкнулись многие ее родственники, которым пришлось самим приобретать кислородные концентраторы. И когда жизнь дедушки оказалась в опасности, очередной аппарат решили купить через популярный сайт объявлений. Да и цена была привлекательной. Продавец выслал фото якобы своего удостоверения личности и номер карты. Доставку обещал на следующий день, но только после 100% оплаты. Найдя объявление в OLX, где кислородный концентратор продавался за 410 тысяч, то есть уже наши родственники были рады бы приобрести немного дешевле, так как уже это был третий по счету кислородный концентратор. Когда машина не приехала, никто не позвонил, уже тогда все стало понятно, да, что это обман, что это мошенничество. И тогда позвонили, и вот номер был уже отключен. Сейчас этим делом занимаются кустанайские полицейские, и уже есть кое-какие зацепки. У нас проходит мониторинг сети интернет на установление фейковых либо ложных объявлений. Мы информируем об этом организацию, ту же самую, или OLX, либо Колеса, но они уже как бы на свое усмотрение, на свою инструкцию либо блокируют, либо как бы оставляют. Люди в период пандемии и вообще в состоянии отчаяния становятся чрезмерно доверчивыми, и этим пользуются аферисты. Частично где-то, если кому-то помогли, тряпочный телефон сказал, то в одном случае помогли, в 25 случаях точно обманули. Страх, страх смерти и так далее. То есть он затмевает собой все, он эмоционально захватывает человека. Человек теряет контроль, человек теряет, он перестает критически мыслить. Сейчас, судя по сайту объявлений, кислородные баллоны и концентраторы расхватывают, как горячие пирожки. Полицейские не перестают предупреждать, что высланное фото удостоверения личности продавца еще не гарантия его порядочности. Документ зачастую даже не принадлежит ему. При любой покупке через интернет покупателя должна насторожить чрезмерная навязчивость и требования 100% оплаты. Нина Шапо, Елена Досова, Информбюро, Костанай.